Сегодня у нас тема фильтров. Мы будем их устанавливать здесь, под бойлером. Это холодное, это горячее, и нам нужно это все подключить. Задумок много, планировал один вариант, сейчас, в общем, реализую второй. Продолжаем. Изначально планировал сделать вот такой вот уголок, но так как он занимает очень много места, решил поменять его вот на такое вот соединение. Здесь у нас 3 сантиметра, здесь у нас больше 5. Соответственно, 2 сантиметра играет очень большую роль. Заметная разница. Заметная. Тут даже больше. Собирать мы все будем на сантехнический лен и на сантехническую пасту. На данное соединение мы тоже наносить будем лен и пасту, потому что данное соединение у нас будет подвижно, и нам не нужно, чтобы оно подтекало. Занимаюсь я тут, в общем, монтажом фильтров на стену. И тут у меня возникла идея. Закрепил я фильтра на саморезы. Саморезы тут заходят через стенку. Соответственно, также будет крепиться она после того, как вот этот гипсокартон мы заменим на плитку. Но вариант с саморезами что-то меня не устроил, потому что за обратной стороной, а именно вот в этом месте, у нас будут проходить трубы. Так как саморезы у нас торчат, и вероятность попадания в трубу все-таки присутствует. Поэтому я решил вот эти вот саморезы убрать и сделать нормальный крепеж, чтобы потом можно было монтировать фильтр после укладки плитки. И уже вероятность попадания в трубу у нас исключилась. Поэтому, чтобы вот эта вот красота была красивой и безопасной, мы заменим саморезы на шпильки. Для этого мы в нашем, во всем известном магазине приобрели вот такие вот дюпеля, болтики, гайки, шайбы и вот такие вот шпильки сантехнические. И сейчас вот на это вот все, кстати, диаметр М6, кстати, на это все, мы сейчас будем крепить наши фильтра. Вот так это должно выглядеть после. А с обратной стороны у нас торчат две шпильки, на которые мы потом просто повесим фильтр. Также соединим все гайками и шайбой. Сразу фиксируем на первом гипсокартоне для того, чтобы уже потом можно было спокойно закручивать, и у нас вот эта вот байда не болталась. Решил немного видоизменить нашу конструкцию, чтобы было компактней и занимало меньше места. Здесь у нас вход на фильтр, а здесь у нас проходной тройник, чтобы с бойлера водичка могла прямиком уходить в систему, либо, когда бойлер не работает, проходила через фильтр и уходила в систему. Вот такая вот доработочка. Итак, вот таким вот образом мы собрали наши фильтра в системе водоснабжения с подключением к бойлеру. Здесь у нас идет залив холодной воды, проходит через фильтр, идет на бойлер, либо идет дальше в систему водоснабжения. Там у нас идет сюда и в ванную комнату. Здесь горячая вода зашла и через фильтр сразу ушла. Либо из бойлера идет и уходит также в систему, минуя фильтр. Вот такая вот конструкция, такая система подключения фильтров к бойлеру, фильтров к системе водоснабжения у меня тут получилось. We'll be right back.
когда мне говорят, что я работаю долго, так и хочется им сказать: прежде чем что-то сделать, я подумаю, а потом уже делаю. Для того, чтобы реализовать этот проект, мне пришлось думать и делать одновременно. Нету проекта, нету точного плана, нету точной картинки, которая должна была получиться, она только рождалась здесь, каждым этапом и каждым шагом. Каждый этап я продумывал заранее, за несколько шагов вперед я думал, потом передумывал, потом снова передумал и в итоге реализовал вот это вот. Всем добра!